Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это Клоун Клуб. Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Купленов Плей, и мы продолжаем Южный Парк. Отдайте халат. Парни, вы влепли. В смысле, отдай халат, на смотри, желтые полоски, я могу его взять. Так, закрыто. Вот халат. Нет, не работает. Странно. Почему? Так, это морг в полиции, внезапно. Блять, откуда? Здесь. Ого, становится реально страшно. Find the key, hurry, I said. Yet you're standing. I got a bad feeling about this place. Это какие-то непонятные записи, возможно, они нужны, чтобы. Вы, блядь, что-то купил сейчас? Не надо. Так, артефакты. Большая порция такие-то. Сколько мне денег? У меня 100 бачей, нихера себе. Неплохо. Так, ладно. Так, ворота, естественно, открываются, пойдем открывать их через морг. Я почему-то думал, что мы уже практически в конце, что вот-вот осталось уже прям вот совсем-совсем-совсем, а пишут, оказывается, что осталось еще довольно много, поэтому давайте, давайте продолжать. Я не думал, что осталось много, на самом деле, я реально думал, что осталось совсем маленько. Так, ключ от кабинета судмедэкспертизы. Опачки. Перчатки для для лоха. Какого лоха, блядь, для проведения осмотра же, ёбаный свет. Так, от кабинета судмедэкспертизы. А где он нах... А, у нас же там два закрытых кабинета. Ну, хорошо. Так, немного зараженной крови. Пригодится. Образец мочи с содержанием кокаина тоже пригодится. Мало ли кому-то будет скучно. Скучно, грустно. Или еще чего. Это не средство для снимания скуки, если что, не вздумай даже об этом думать. Так, кабинет судмедэкспертизы. Отсюда? Ну, отсюда. Что это было? Ау? Ау, есть кто-нибудь? Нет, думаю, здесь никого нет. Кто-то уже был, сказал. Ладно тогда. Только я, ты и котик. Здесь нас никто не найдет. Ну давай, сделай мне приятно. Эй, прекрати. Стоп, спокойно! Вот зараза, кот сбежал. Я ни хрена не вижу. Похоже, кот забрался в токсичные химикаты. Блин, нехорошо вышло. С этим хуй поспоришь. Надеюсь, на пол только что упали токсичные химикаты, о которых я только что говорил. О, нет, думаю, это были именно они. Капец. Если эти химикаты смешались, то начнет выделяться газ, который убьет меня в считанные секунды. Проклятие, это газ! Да, теперь он точно меня убивает. Задетектился пиздец, если по-русски. О, слава богу. Вытяжной вентилятор вытянул токсичный газ, я не умру. Да, где же этот проклятый кот? О, нет. Думаю, кот прыгнул в вытяжной вентилятор и его заклинило. Газ наполняет комнату и снова меня убивает. Я опять умираю. Я не могу ходить, если что. Похоже, аварийный выход закрыт. Да, дверь закрыта. Я в ловушке. Нужно отсюда выбираться. Надо просто нащупать дверную ручку. Есть! Вот она, да, я спасен. Проклятие, дверь заперта. Я застрял здесь. Кто-нибудь помогите мне. Этот газ меня убивает. На этот раз я действительно умираю. Серьезно, я прямо чувствую это. Какая боль, помогите. Ради любви ко всему живому. Если здесь есть кто-нибудь, если ты меня сейчас слышишь, сделай что-нибудь. Это убивает меня. Это убивает меня, стоп. Похоже, я нащупал выключатель. На последнем издыхании. Я просто включу его. Не прошло и года. Хорошо. Это уже какой-то... Биологическая опасность. Это же какой-то, этот, знаешь, Resident Evil, блядь. Хорошо. Но я не мог, наверное, спасти, правильно? Так, нам нужен хомячок-пердачок. Хомячок в пердачок, именно так это называется. Ну, если по сокращенному, по нормальному, по понятному. Хомячок в пердачок. А если уж совсем красиво, то будет хомячок, новичок в пердачок. Вот вообще нормально. Новичок, хомячок в пердачок. Блин, а если сейчас откроется? А, что я сейчас сделал? Я что-то сделал? Я должен был что-то включить, по-моему.
Вентиляция вышла из строя. Так, это хуёвенько. Это хуёвенько, это не прям, чтобы прям уж совсем. Что еще, куда я могу сделать? Так, здесь нажать надо паузу. Хорошо. Пауза, нам нужно забрать ключ. Окей, ключ от шкафчика, допустим. А, я запущу вентиляцию через этот шкаф. Понятно, это панель управления шкафом. Сюда нужно пропердеться еще разочек. Точнее, да. Ну, здесь я уже примерно понимаю. Это то же самое, что было в кабинете жирного анониста, который я не мог пройти очень долгое время. Мне, блядь, было противно его проходить. Да эти вот, блядь, непонятные... Блядь, какая. А, так-то, блин. А чё бы, если бы я это сделал все в темноте? А я не мог ходить, я двигаться мог. Я нажимал, он не двигался. Так, все, биологическая опасность устранена. Ты жив? Вряд ли. Вряд ли. Как минимум, вряд ли. Так, а зачем я сюда пришел вообще? Здесь, наверное, нужно было что-то подобрать. А вот код. Хорошо. Код. Код в рот. Зачем? Так, Москит, ты меня сейчас сбил мысль. Я только хотел что-то сказать, а ты меня сразу сбил. Чего вы сюда пришли-то? Здесь должно что-то где-то мигать, нет? Вроде ничего нет. А, вот что такое. Так, ну здесь что-то есть явно, но это как-то нужно нажать. Подожди, может быть, отмотать время? Нет. Как-то... В смысле? Сюда-то... Это... Подожди, сюда что-то нужно. Потому что эта хуйня мигает, смотри. А, блядь, кого-то призвать надо, ёпта. Так, нам нужен капитан Инсулин, чтобы он открыл. Ну, логично, конечно же, нам нужно много силы. Что это такое? А, я думал что-то новое. Я забыл уж, как ему в лицо перлить правильно. Вот. Это ключ, который нужен. Хорошо, ключ от всех дверей. Отлично. Ключ от всех дверей. Нам нужно какие-то двери еще открывать, кроме этой? Нет, по-моему, все открыли. Я думал, пару трупов встанет, и никто не встал. Это немножко разочаровывает. Прикинь, пару трупов, почему бы и нет? Были бы Я шут, не гурат, черный козел лесов. Да было удовлетворены твои верные слуги, пожиратели света. Я шут, не гурат. Черный козел с легионом молодых. Пожирай луну и гаси солнце. Ладно, пусть идет. Сэр? А, понимаю. Копы скажули африканцев древнему богу, и поэтому они расисты. Шуб-Ниггурат — это космический бог, детишки. Бог, которого нужно ублажать, и пришествие которого предсказал наш великий Г. Лавкрафт. Но, полагаю, Лавкрафт тоже был расистом. Ох, ни хрена себе, чё, правда? Типа, как расистом? Что, правда, правда? Это мои кореша, вытащите меня отсюда, эти чуваки полные отморозки. Пора с этим кончать. Ладно, детки, хотите драки? Будет вам драка. Бля, ну хорош нюхать кота, серьезно. Так, а вот теперь мне можно взять кого угодно вместо кого угодно. Вот это здесь нужно очень сильно подумать, кого сейчас брать, потому что, в принципе, все сильны. Но это явно не москит. Москит мне нахуй не нужен. Я бы, наверное, взял капитана Инсулина, потому что капитан Инсулин довольно силен. Можно, конечно, взять Баттерса, но Баттерс меня ничем не удивил. Это мне тоже не нравится. Супер Крейг, это ебаная лечилка. Тоже ни о чем. Я возьму капитана Инсулина. У меня будет два жирных бойца и один сильный. Один сильный, один я. Окей, допустим, пусть будет так. По артефактам, чего мне что-то есть посильнее? 101. О, сатыга, реально. Так, а я могу вот... Подожди-ка. Нет, только сюда могу. А, только сюда. Что мне это дает? Ничего не дает. Ну и похуй тогда. Блин, жалко, что тут одна ячейка только такая. Очень жалко. Ну ладно, хер с ним, давайте сражаться. Так, все, потом посмотрим. Я что, с богом буду сражаться? Нужно закончить это прямо сейчас. Ладно, закиньте туда еще одного. Нет уж, мать вашу!
Он сожрал белого, он сейчас будет очень сильно, наверное, злиться. Нет, ради всех не переносит белого мяса. Шуб Нигурат. Ёбаный свет. Это будет жестко, наверное. Капитан Сталин говорит, что нужно бежать без оглядки. Прародитель всех требует черной плоти. Скормить Шуб Нигурату белое мясо. Специально. А где я его возьму? Кто кого порезать первым? Так, они ходят, отлично. Блять, как далеко ты меня отбросил, охерел что ли совсем? Так, он ведь уже ходит. Ну, по идее, я могу его атаку отмотать потом, если она в кого-то попадет. Это не так страшно. А теперь быстро работаем над тем, что происходит. Сразу сюда, раз. И меняемся с ним местами. Закидываем под атаку белого бога. Хорошо. С капитаном Сулином нужно делать то же самое, срочно. Так, тебя, значит, сюда. Тебя сюда и вот так вот. Нет, подожди. Блядь, быстрее! Вот так поставлю, не знаю для чего, пусть стоит. Блять, надо было не туда ставить, надо было ставить выше на клетку, но опять же ж я, ну с... Капитан Инсулин, нужно быстрее уходить оттуда. Капитан Инсулин, быстрее надо уходить, капитан Инсулин! Инсулинушка, капитанушка! Второго отбросил, нормально. Все пойдут туда. Сейчас белая кровь будет, белая плоть будет хорошо съедена. Так, кто, сейчас ты ходишь, тебе нужно просто вот так вот атаковать и все. Отлично. Бляха, они сейчас будут ходить, сука, это плохо. Хотя не, нормально, они стоят на месте. А он прям будет сюда крешни закидывать и жрать их, правильно? Окей. Я буду просто ждать, мне смысла нет налезть. Мне просто интересно, он их сожрет прям именно, да? Блядь, это сука отложил. По... Нихера он по 9 тысяч хлещет, прикинь. Вот это уже весело. Подожди, это стало веселее гораздо. Так, двух, ну давай. Я думал, просто он их реально жрать будет, а он их не жрет нихера. Мы не будем стрелять разве сейчас? Что за херня? Так, удар с отбрасываем. Хорошо, с отбрасыванием. А в смысле, а чё поебать? А, они взрываются просто, без проблем. Они просто взрываются. Так, и больше ничего не ходит. Ну, отлично. А чё тут красное такое? Чё? Подожди, ну корни, в принципе, больше не ходят. А, он просто бьет, окей, без проблем. Деда, в смысле? А, он жрает их и потеряет 2000, 2500, отлично. Ну, все понятно. Здесь он будет просто бить. Блядство. Нет, я не позволю причинить вред козлу с легионом молодых. Я здесь, чтобы защитить тебя, моя королева. Блях, вот это будет сложно сейчас. Ведь они все, сука, остаются там. Вот это херово. Так, ладненько. Без проблем. Мощнейшая способность готова, и ее бы применить новичку, чтобы все они оглушились. Так, первым делом, значит, мы... Ты куда можешь сходить? Сюда можешь сходить? А, отлично. Вот так вот, смотри-ка. Блять! Ладно, хер с ним. Одного я подвинул, допустим. Сейчас бы еще... Так, отлично. Ох, это будет херово. Это будет херово, потому что он никуда не может уйти. По идее, я могу всех оглушить. Но это зря будет, прям серьезно. А, так я могу откатить этот удар, окей. Да, я его откачу. Я просто не могу отсюда выбраться, а он убьет сразу. Я этих всех оглушу, чтобы они никуда не ходили. То есть, получается, этому, блядь, клешне плету нужно скормить 4 ментов. По 2500 каждый, 10 тысяч как раз получится, да. Так, капитан Инсулин должен уходить сейчас. Срочно. Капитан Инсулин нужно срочно уходить и загнать обоих сюда. Отлично! Бляха, хорошо, смотри как. Обоих загонит сюда, смотри. Красиво, мать твою!
Так, дальше все заморожены, и никто никуда не ходит. Хорошо, тогда... Тогда просто... Подожди, у кого мало здоровья? Бля, новичка сейчас убьют. Ладно, я тогда воскрешу его просто. Ладненько, какие-то не страшно. Главное, чтобы Мистерио до тут дошел и смог его воскресить. Так, два белых. Бляха, они ушли оттуда, сука. Отлично, эти ушли. Взрывайся. Бля, почему ты не взрываешься? Алло. Нормально. Так, сейчас похоть Мистерио, правильно? Какого хера он пропустил ход-то? Ау! Так, мне нужен удар с отбрасыванием. Мне нужен удар с отбрасыванием. Что это такое? Травмирует врага и меняется с ним местами. Бляха, это не то. Это вперед. Так, здесь меня эта хуйня ударит. Блин, у меня нет удара с отбрасыванием, это хуёво. Их надо загнать туда. Ага, во. Пожри говна прямо там, хорошо. Так, еще две с половиной, нормально. Осталось двух даже занести. Но это не сложно. Главное контролировать положение этого говнодава. Сейчас инсулина ебанет. Еще новенькие, хорошо. Отлично. Так, Мистерион, как бы тебе вот так бы красиво бы... Не-не. Так, давай-ка ты все-таки попытаешься поднять новичка. Да. И надо быстрее это сделать. Чтобы потом попытаться еще успеть отсюда убежать. Блять, здоровья очень мало, здоровья очень мало. Время идет, а новичок нет. От, блять, поворот, да какой, сука? Блять, иди нахуй, короче, давай быстрее. Нужно танков моих оттуда уводить. Блять, быстрее давай, нет! Быстрее, бля, быстрее, пацаны, уходите быстрее, 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 енот, быстрее, мать твою! Быстрее атаку! Быстрее загоняй их нахуй обоих туда! Красава, так, новичка сейчас опять уебут, ну быстрее, капитан Насулин, сука! Быстрее! Успел, хорошо. Блять, а их сейчас всех убьет. Бля, ты сейчас ход опять пропустит, Мистерио, да заебал. Это не то. Не так я планировал все это дело произвести. Сейчас придут эти пацаны опять. Так, они остаются там. Блять, они уходят. Ну твою ж мать. А удара с отбрасыванием реально нет, да? Так, ну енот, тебе придется, короче, воскрешать новичка. А есть чем воскресить-то? Во, хорошо, почему бы нет-то? Еще здоровье выстав. Во, 250. Так, ну ты встал совершенно не туда. Ну ладно. У енота все равно не... Да в смысле? Какого ж, блядь, да серьезно, что ли? Я, блядь, нахера тебя воскрешал-то, дурня? Да ну, блять, это беда. Надо было поставить турель. Так, капитан Инсулин, то хотя бы одного туда отхлестни. Допустим. А что, сожрали с концами? Еба, я даже воскресить не смогу. Это было мощно сейчас. Подожди, а пердежная магия работает, только кому ее применять? Хуёвенько. Очень хуёвенько.
Не, ну мы справимся по-любому, как бы это и не обсуждается. Ой, бляха, может енота подлечить все-таки? Ты сюда ходишь? Ходишь сюда, окей. Я не знаю, зачем, но почему бы нет. Это было самоубийство. Блять, а енот не сможет пережить эту атаку? Не сможет. Он встанет за ним и его убьет. А это уже херово. А вот так вот тогда. Блять, он этого убьет, но это неправильно. Ну ладно, главное, что выживет. Главное, что он сам выживет, потому что если мы будем надеяться на одного инсулина, мы долго так не проживем. Окей, допустим. Так, теперь ты должен атаковать. Теперь я просто жду и ничего не делаю. А больше нет никаких вариантов здесь. Да, я тогда просто жду. Это можно было чувачка заморозить. И сейчас двое прибегут туда. И одного я как минимум смогу капитаном инсулином, естественно, отбросить. О, здорово! Выплюнули, бляха. Так, все, отлично, пацаны, вам нужно... блядство. Так, ну хорошо, в любом случае, капитан инсулина одного отбрасывает, и мы выигрываем. Уай, мать твою, серьезно? Серьезно? А есть что-нибудь такое увеличивающее ход? Нет, ничего такого, представляешь? Вот это хуёвенько, да. Бля, придется еще одну так переживать. Это уже не весело. Так, теперь нужно воскрешать новичка нам по-любому. А ты не можешь использовать предмет, да? Ты призрак. Чё-то он... Вот это непонятная какая-то атака. А, замешательство, окей. Я думал, типа, там неизвестно, какой эффект. Так, давай воскрешать новичка. А как его воскрешать? У меня нечего воскрешать, серьезно. Ёбана. Это, бляха, не весело, ладно. Подхилю чуть-чуть. А, так он еще раз будет жрать, что ли? А, блях! Сука! Он будет жрать еще раз. Твою мать. Ай, хорош! Все, выиграли. У него много атак с отбрасыванием, оказывается, ладно. Все, бомбануло божество. Никчемное создание. Так, некрономикон. Хорошо, книжка, невиданная сила ДНК, отлично. О, ячейшка, вообще хорошо. Это мы удачно подрались. Это мы очень удачно зашли и очень удачно подрались, прям красиво. Прям замечательно. Так, нужно посмотреть сейчас артефакты ДНК. Друзья, енота, мы сделали это! Мы нашли крабкуна! Отлично! Мяг поверь, что вы сделали, это шпана! Благодарчика вам, я наконец-то чувствую себя в безопасности в вонючем городе. Всегда пожалуйста, ты кто? О боже, парни, у нас есть сотни баксов на раскрутку от Франциза. Ура, блин, мать вашу за ногу! Мы сделали это, чувак! Это было круто! Сотни баксов, награды, вот так вот. Воу-воу-воу, погодите! Что происходит? Куда вы тащите кота? Да, простите, братцы, за свободу. У нас есть кое-какая информация, которую мы не можем поделиться с вами. В общем, это секретная информация. Нас просто надули. О, блядь. Новичок обвел нас вокруг пальца, борцы за свободу. Говорил, что на нашей стороне это был... Да, новичок всех вас развел, чуваки, мне жаль. Они воспользовались нашей наводкой про полицейский участок и теперь хотят получить сотни баксов наград за прошлого кота. Ну, в любви, как на войне, все средства хороши. А, мне нравится, когда ты называешь их борцами, захрена ты. Дебилы, именно мы не дали начальнику полиции воплотить в жизнь его карный план. Это сотни баксов наши. Да неужели, попробуй забрать у нас. Не попробуем. Третья гражданская война началась. Ну все, новичок, мы тебя порвем. Нет, мистерион, мы не будем драться с новичком. Они это сделают.
Ладно, новичок, время умирать. Пора преподать этому мелкому уроду, засранцу, пидору урок. Так, ладненько. Это не... А, вот. Так, смотри-ка, артефакты, что там нам дали? Нам дали что-то новое, что мы можем всунуть. Это общее... А, некрономикон. Ну, окей. Блядь, почти сатыгу накидывать, нихера себе. Ну, окей. Так, здесь получается ничего нового. Так, а по ДНК что-то там дали? О. Так, мозги 95. 5% убавляет у всех атак. Губерит людей и богов, есть свои достоинства. Вживи в себе гены Шуп-Нигурат, можно носить больше повреждений, удерживать более сильные атаки. Плюс 25% в мускул, плюс 25% мужества. И минус... А, и типа накидываешь себе 5%. Убавляется 5% от мозгов. А я не вижу в этом смысла, потому что у меня все атаки связаны с мозгами. Нам прибавлять мускул и мужество вообще здесь нет никакого смысла. Нахуй не нужно. Окей. Давайте воевать, собаки, блядь. Я разберусь, товарник. Ха-ха, мой старый добрый член защищает меня от твоих телепатических способностей. Ладно, а почему тогда мне мозги не хакнули? Прости, Хаос, к сожалению, доктор Тимати может владеть лишь ограниченное число умов за раз. Какая скорость ему врачить? Так, а кто, я хожу, что ли? Бля, он всех проклял своим вирусом, падла. Его они жарят, слышь, хорош. Так, теперь моя очередь, суки. А Тимми здесь нет, Тимми только управляет, да? Вот падаль. Ну, ладненько. Так, ну, по идее, смотри-ка, я могу кого-нибудь... Давайте, наверное, москита мы... А зачем? Подожди-ка. Давай я поставлю, во-первых, пулемет. Вот так вот, да. Он в любом случае кого-нибудь снесет, потом и будет мешаться. Он будет и плюс одна цель, это нормально. Сейчас зато посмотрим, что на атаку Хаос вообще, что он умеет. 190. Ну это хорошо. Это хорошо, потому что когда они все в одну линейку будут стоять. Так, значит, вообще непонятные атаки, но попробуем. Корову вызывает, что значит корова? Ой, у меня Картман сзади, ебать его в рот. Вот это плохо сейчас было. А, заслон. Враг приходит в ярость. Врагу защиту дает? Или себе? А, себе защиту дает. Окей, а это чего? Травмирует и вызывает упадок сил. А это... Давай вот так вот тогда. Блять, промахнулся, серьезно. Все три раза промахнулся. Это плохо. Так, ну давай. Ебать, у не хватило сил убить. Уф, вот ты мудак, короче. Так, допустим, что с тобой, Баттерс? Вводит врага замешательство и вызывает у него шок. Выстрел концентрированной молнии Хаоса. 220. Что у нас по здоровью? А по здоровью я бы лучше использовал, на самом деле, макаронную картину. Потому что они ходили первыми, и они ушатали слишком много здоровья у каждого. Они все более-менее равномерны по дракам. По силе, точнее. Они выносят себе поровну. Поэтому если я буду сражаться до упора, то, скорее всего, я проиграю таким образом. Даже пушку подлечили, отлично. Ебать ты сильный, слышь? Ну ладно, мы отвлекли как минимум одну атаку, это уже хорошо. Я опять эти плевальные атаки заебал. Ай, надо было пушку-то отменить. Удар, она сейчас двоих снесла за раз сразу. Ети, твою мать, просрал. Ладно, хрен с ним. Надо было отменить у Джимми атаку. Мы бы сейчас спасли пушку, она обстрелила в двоих сразу. Это было бы мощно. Так, вот это будет очень хорошая атака прям будет. Прям на троих, да, нормально. 205, отлично. Жимилёк. Так, а суперспособность появилась. Вот это да. А, ты теперь за нас. Красава. Так, попердень. Ходит Тимми.
Ты этих двух ушатаешь. Ну давай ушатай. Это быстрая ульта. Ну а чё тянуть? А, чё её копить? Сейчас тоже двое за меня будут сражаться сразу. Он просто, знаешь, пробежал так пощам, надавал, типа, вы чё, блядь, одумайтесь! Вы против кого сражаетесь, дебилы! Во! Во-во! Всё правильно. И остался, прикинь, главный предатель енот. Наш главарь, серьезно. Так, ну давай пиздить всех, окей. Сразу вызываем блевоту. Поблю енот. Теперь мы, значит, можем вот так вот. А зачем? Давай-ка я просто стрельну в него, да и все дело. Тимми, хватит же насиловать мой мозг. Ну ладно, попердень, давай сделаем это. Бляха, а здоровья-то у нас нет. Как же я зол на тебя, новичок! Блять, а у них там по одному хпшку. Отличная битва, новичок. Похоже, что придется разбираться старомодным способом. Это каким? Ты меня задавишь? Одолей доктора Тимати, ебати. Ой, серьезно? Бляха, я ее уже использовал, да? О, сука. Это очень херово. Это все очень херово закончится. Блять, надо было подождать. Ну хотя бы меня там половину ударили. Так, вводит в бешенство. Упадок. Выйди! Что так много-то? Бляха, капитан Инсулин, он очень сильный. Упадок сильный, допустим. Так, Баттерс, а ты так и не ходил, что я, блядь, даже не знал, что умеешь. Или ходил ты? Ходил, наверное, да? Так, окей, убьем. Минус один ход, уже хорошо. Остался Супер Крейг. У Супер Крейга... До Супер Крейга еще очень долго. Мы успеем сделать красиво. Так, нужно поставить на Доктора Хаоса пушку. Ой, хорошо-то как, капитан Инсулин. Давай-ка ты сделаешь красивую атаку и ебнешь. Я, конечно, понял, что нужно было Супер Крейга, но он дает ему защиту. Это как минимум спасет от одного удара какого-нибудь. Так, ну пушку ставить смысла нет. Давай-ка я его подморожу. А нельзя, окей. Блять, да отмени ты это... РБ, окей. Так, Супер Крейг. Сколько здоровья у Супер Крейга? Мне просто интересно, как бы, Супер Крейг. Тебя я не дотягиваюсь, сука, да? Супер Крейг. 660, бляха. Ведь если он начнет кого-то атаковать, будет очень плохо. С другой стороны, атака одного Супер Крейга ничего не решит. Давай-ка я лучше начну выносить доктора Тимати. Так будет логичнее. Чем быстрее мы одолеем главного злодея, тем меньше мы получим пиздюлей. Пропал. Так, а вот теперь я не добегу до него. Я не добегу, и это очень-очень... По идее, можно как бы начать лечиться. Хули бы и нет-то. Ставим среднее количество здоровья. Среднее, и все, 200. Бляха, ну давай хоть 200, ну, как бы это... А ты же можешь лечить. Как его подлечить? Во, 330, нормально. Хорошо. А москит ведь мог сам подхилиться. Так, а можем блевоту у него вызвать, нет? Да, можем. Пусть блюет. Блевота же носит какой-то урон. Так, Супер Крейг ходит, это херово. Супер Крейг убьет енота. И это я могу откатить. Давай ты не будешь так делать. Чем больше у нас народу, тем лучше нам живется. Все, Супер Крейг, удумайся. Так, теперь ты, значит, кого-то лечишь. Хорошо. Лечишь. А лечишь ты по линии. А кто у меня по линии более... А у меня только одна по линии получается. Вот так. Да, и так будет хорошо. О, красиво. Он же не... В смысле? Ебать, хорош! Сука, Тимми, падла. Вот ты, мать твою, ты серьезно? Ну нет, это не вариант.
Нужно привести его в чувство. У кого-то должна быть другая, более хорошая суператака. Блядство. Так, сколько ты нанесешь? 296 плюс электричество. Не пойдет. Давай стрелять тогда просто. По-моему, у инсулина будет самая сильная атака с ульты на единичную цель. Да, блядь, он не дойдет до туда. Твою же мать, а. Сука. Да, у него будет самая мощная атака. Но, в принципе, тогда давай... сколько у тебя хпшки-то? Ты кого-нибудь вылечить можешь, нет? Только себя. Окей, лечи себя. Надо будет потом этих ингредиентов себе накупить и наделать хилочек, потому что хилочек очень мало. Блять, они... А, ну нормально, ладно, хер с ним. Он задели еще и профессора, тоже неплохо. Атака пусть и дурная, но хороша получилась. Так, москит. Москит. Ты же можешь сам себя подхилить, но нужно ли тебе это? Непонятно. О, неплохо так. Вот это у него ульта, оказывается, сильная, прикинь. А я ни разу не видел ее даже. Спокойно. Неплохая ульта, прям хорошая ульта. Супер Крейг до сих пор не за меня сражается, это печально. Он сейчас енота все-таки убьет. Да, убьет енота. Ну хер с ним. Это мы пережили, вот ничего. Блять, опять Тимми хочет, когда залпом. А, нет, он не ходит залпом, он должен что-то другое использовать. А, у него откат на эту херню, отлично. Что это? Что ты делаешь? Мозговое рабство. В смысле, завязывай. Приручил его. Окей. Бля, москит на самом деле полезный, он травит его, он не такая жесткая. Ты бежишь до тут, нет? Да бежит, отлично. Ну, по идее, это все. Один удар остался. Красава, и прям портнулся прям туда, куда нужно. Молодчик. Прям зря ты это сделал, короче говоря. Да, и ты умираешь. Он, блядь, мозг взламывает, и мы мозг взламываем. По Wi-Fi. Он по мысли, а мы по Wi-Fi, прикинь. Вот и все. Вообще хорош. Прям красиво. Опа, еще... А, будет только разблокирован. Я думал, уже ячейку разблокировал. Что произошло? Почему у меня губа разбита? Куда, мать вашу, делась классика? Доктор Тимоти! Ты животное, мать твою! Он пытался нам помочь. Чувак, если он очень зол, тебя лечу. Это вы начали эту войну, парни, не мы? Вы не понимаете, мать вашу, доктор Тимоти хотел всем нам помочь. И борцам за свободу, и друзьям енота. Чего? Спокойно, док, ты ей изрядно досталось. Вот, ваш парень, Бадди. Это фантастика. Здесь можно круто оторваться. А, в смысле, логове нота полно всяких классных штучек, но да, здесь круто. Доктор Тимоти никогда не был вашим врагом. Он пытался помочь всем нам. Но как? Вот так. О, боже. Он все продумал. Это проект доктора Тимоти был сделан в всей его жизни. План по созданию франшизы, где нашлось место всем. Каждый герой снялся в своем фильме и телесериале. Все герои равны в математическом смысле. Господи. Это невероятно. Тимоти смотался до смерти, придумывая его. Пока мы пытались вас наказать, парни, Тимми старался для нас. Да. А потом этот пацан чуть не убил его. Нам жаль, новичок, что новичок козел, но это не наша вина. Мы просто использовали вас, парни. За этого кота объявили награду сотни баксов. А вы хотели, чтобы она досталась с вами. А, ну уже нет. Если мы и доказали что-то сегодня, так это то, что мы лучшие, когда мы вместе. Уже слишком поздно. Мы начинали как одна команда. Мы хотели быть супергероями по одной и той же причине. Мы хотели продать нашу франшизу. И заработать миллионы. Давайте снова будем одной командой. Согласен. Да ладно вам, парни, хватит гражданских войн. Давайте получим награду за кота и вместе раскрутим одну франшизу. Да, да, так и будет. Но мы будем называться борцами за свободу. Борцы за свободу. То есть Тимми типа лидер борцов за свободу. Он типа самый главный? Да. Ну, я думаю, это круто. Честно говоря, борцы за свободу звучит куда лучше, чем енот и его друзья.
Борцы за свободу. Это мега круто. Решено. Завтра мы получим награду за Крокуна и потратим эти деньги на раскрутку плана создания франшизы, который продумал Тимми. И мы сделаем это вместе. Борцы за свободу. Карайте, но объединяйте. Да, парни, мать вашу, давайте сделаем это. Нет, а Картман... Нет, я... Нет! Не, можете пиздеть мне сколько угодно, но я никогда в жизни не поверю, что Картман согласился, блядь, переименоваться в друзей, из друзей енотов в каких-то борцов за свободу. Это все пиздеж. Полный, наглый, бесповоротный пиздеж, который нужно пресекать на месте. Это еще не конец. Картман, да-да-да, блядь, так я тебе и поверил. Конечно... Ебут... Не понял. Это что за херота? Еба. Еба. Чё за дела-то? Начинаем день правильно. Смотрим утренние новости. Доброе утро, Южный парк. Вчерашнее нападение на полицейский участок стало для жителей настоящим шоком. Никто не мог в это поверить. Теперь, когда заключенные в свободе, а полицейские в больнице, один из членов торговой палаты не выдержал и объявил, что будет баллотироваться на пост мэра. Жители Южного парка заслуживают безопасную жизнь, где нет места творящим самосуд бойцам, которые пердят людям на головы. Вместе мы можем освободиться от анального терроризма, который нам пытаются навязать. Меня зовут Митч Коннер, и я ругаю и ручаюсь за свои слова. Митч Коннер, блять, он же главный злодей, они что, ничего не понимают? Что случилось с родителями? Что произошло? Вот ты, блядь. Я научился делать это с тырдочки. С тырдочки начал. Что там за сопли? У тебя когда-нибудь было такое чувство, что ты не знаешь, что делать дальше? Как будто тебе не указали направление, или ты вообще не уверен, что происходит? Дитя мое, это потому, что ты пытаешься найти себя не тем способом. Твоя сексуальная ориентация, твоя раса и этническая принадлежность — это ничто по сравнению с твоей религией. Иди к пруду, дитя мое. Кто-то ждет тебя там. И кто-то наконец-то поможет тебе понять свою истинную сущность. Прикоснись к небесам. Окей. Борцы за свободу. Всем борцам за свободу срочно вернуться на базу. Повторяю, всем борцам за свободу вернуться на базу. Вы, бляха, определитесь, что за какую там... Ёпты мать, что случилось-то? Так, к пруду это... Пойдем-ка через телепорт, наверное. Опа, ниндзя. Беспалевый мудак. Не, давайте, короче, мы на этом закончим. В следующей серии мы пойдем узнавать свою религию, что там случилось у борцов за свободу. Сегодня не так было слишком много месива, но мы справились. Сегодня все было хорошо и без единого проигрыша, насколько я понимаю. Ну, потому что это скилл. Куда? Как? Ну, серьезно. Ссылка на область в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, на инстаграм, комментируйте, ставьте лайки. Всем до встречи в следующей серии, ребятушки. Всем пока. Раньше здесь был мат.